Так, короче, сейчас у нас будет очень длинный спуск. Мы едем сверху по трассе Тритон. Прямо пошли, наверное. И у нас сейчас будет мега длинный спуск. Так, 3 тонн сюда. Уже немножко ножки подустали у нас, и мы спокойненько просто вкатываемся. Ну так, чуть-чуть. Так, а 3 тонн там была, она закрыта, видишь, что? Но там правее был каскад еще какой-то. Нам как-то надо вот туда вот теперь выйти. А сейчас выйдем, я думаю. Тут уже подскоблили, едется не так кайфово, как хотелось бы. Я проскобленные участки стараюсь просто пролетать. Не потерять же, ну надо. О, тут никого нету! Никого нету! Без солнышка, конечно, уже не те ощущения, но все равно классно.
Проезжаем мимо сноупарка и дальше поедем в Роза Плата. О, хорошо там парень Семёра прыгнул. Проезжаем всю эту тусню. О, тусня-то тут знатная. Правильно едем. Итак, оказывается, чтобы доехать до Роза Плата, нужно доехать до вот этой тусни с кучей подъемников и по зеленой трассе поехать туда. Ух ты, тоннели! Прям Европа! Прикольно. Сейчас у нас будет расслабленный заезд до ресторанчика. Поехали, у нас расслабленный заезд до ресторанчика. Дубль 5. Дубль 5, езжаем с самого верха. Ищем пути до ресторана. Навигацию тут можно было как-то чуть-чуть получше, но в целом норм, но все же. Хорошо. По таким карнизикам мы тут едем с отличными видами, и что-то мы уже голодные. Такая трасса, где уже никто сильно не рубится, чисто так по кайфу. Я мимо сноупарка промахнул. Да ладно, тут сноупарк вот. Поехали.
Так, ну что, где там наш розоплата? Уже кушать хочется. По этой трассе можно всяк разно ехать. Кафешечки, пожрать! О, тут детский стон какой-то. Ну, нифига себе! Панорама более детский стон, чем этот. О, какой ужас! Сколько тут народу!